Перед домом номер 35, корпус 1 на улице Московское шоссе мусорная куча ростом с человека. Проблема эта, к сожалению, систематическая. Как бы бытовые отходы ни вывозили, они вновь появляются. Даже невзирая на то, что, по словам местных жителей, контейнеры убрали несколько месяцев назад, люди продолжают выбрасывать мусор, видимо, по привычке, на старое место. Я знаю, приезжала один раз, видела вот такая машина, забирала. А буквально, наверное, она нам все даже не забрала, потому что я буквально на второй день, потому что я живу туда, в том районе, в другом, вот, и на второй день, кажется, я иду, и мне кажется, она такая же. А вот дом выбрасывать, это ихнее все. А их от них все отказались, они бесхозные. Вот они бесхозные, эти люди, загрязняют. Как-никак же, все же это не окраина города, а центр, считайте, вон дома, высотки какие. Ну и смотреть на это вот безобразие нельзя. Постепенно, месяц примерно набирается, ну, машина проходящая. Местные вряд ли столько наложат. Это проходящие машины чаще. В сети стали появляться разные версии произошедшего. И что во всем этом вина управляющей компании, ведь такая гора мусора за один день не появится. Другие винили жильцов, мол, не платят за обслуживание дома, вот от них и отказались. Однако правда оказалась куда прозаичнее. ЖЭУ номер 8, бывшая управляющая компания дома, заключила с ними договор всего на один год. С 1 июля 2017 года до 1 июля 2018. Предложили им новый договор, новый тариф, экономически обоснованный, потому что у них там предстоят большие работы. Люди отказались. Поэтому мы не расторгали, у нас просто кончился договор. Тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома берется не с потолка, а рассчитывается в зависимости от необходимых работ, которые должны выполнить управляющие компании в течение года. Людей новый тариф не устроил, и договор они заключать не стали. Жители дома 35, корпус 1 начали искать новую управляющую компанию. Вот только мусорные контейнеры так и продолжали заполняться. И вывозил их все та же управляющая компания. Приказом ГЖИ у нас исключили этот дом из лицензии, как я уже сказала, 1 июля. Еще 3 месяца, то есть июль, август, сентябрь, мы вывозили мусор и обслуживали дом. Потом, после 3 месяцев, мусор уже мы вывозить перестали, но аварийные заявки мы делали вплоть вот до 3 декабря. Так, в последний раз было вывезено 40 кубометров мусора. Вот только ничего людей не остановило. Ни стая бродячих собак, которые ел из этой кучи, ни крысы, которые стали завсегдатаями в районе. Мусор продолжали выбрасывать. Совсем недавно появилась информация, что жители дома нашли новую управляющую компанию. Мы документы получили только вчера. То, что мы его обслуживаем. И мусор будет выводиться на следующей неделе. Естественно, в течение одного дня вывести такой объем мусора, который там есть, это невозможно. И этот мусор складывается не только с 35-го дома, а со всех ближайших домов. В скором времени горы бытовых отходов не станет. Послужит ли это уроком для жителей близлежащих домов не выбрасывать мусор туда, откуда его не вывозят, неизвестно. И станет ли такая ситуация примером для неплательщиков управляющим компаниям, также останется тайной. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».